Несколько лет назад среди 300 профессионалов провели опрос. Что самое страшное может случиться в спорте? Одни сказали упустить кубок в финале. Другие слить 4 игры подряд. Это уже 4-е поражение. Был вариант не отобраться на чемпионат мира. Кто-то из Бразилии сказал проиграть Аргентине. Не только в чемпионате мира, а вообще, в принципе, при любых обстоятельствах. Один человек счел, что самое страшное в спорте – это 4-е место на Олимпиаде. Все в этой истории правда. Но я изменила имена, кроме своего, и постаралась, чтобы вы никого не узнали, по причинам, которые вы скоро поймете. Меня зовут Молли Блум, и сейчас я 3-й номер в рейтинге страны по женскому могулу. Я выросла в городе Лавленд, штат Колорадо, в 2 часах езды от Денвера. Я изучала политологию в Колорадском университете и получила диплом с отличием. Средний аттестационный балл для юрфака Гарварда – 169. У меня он 173. 87-я пошла, 56-я на старт. 16 лет я гоняю по снегу и тренируюсь у лучших людей мира. По воскресеньям мой тренер – отец. Со мной что-то не так. Когда мне было 12, моя спина сама собой разорвалась. Потерпишь. Крутой совет. Лицо попроще сделай. Через 10 минут меня увезли на скорой. Оказалось, это внезапный дегенеративный сколиоз. Мой позвоночник искривился на 63 градуса. Меня оперировали 7 часов. Выправили позвоночник, вынули кость из бедра, скрепили 11 позвонков и усилили конструкцию стальными прутьями. Ну, о лыжах даже не думайте. Уж точно никакого могула. А про соревнования лучше забыть. Через год я снова встала на лыжи. Через полтора вернулась в Могул, а на свой 20-й день рождения попала в сборную США. Сейчас перед вами последний раунд квалификации на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Это чемпионская трасса в Дирвелле, высота 270 метров, наклон 52 градуса. Совсем как у египетских пирамид. Ветер 9-11 метров в секунду. Температура на вершине минус 3 градуса. Передо мной проехало 17 человек. Значит, после прыжка мне придется приземляться на каток. Кики сбилась с курса. Шеннон неровно приземлилась на втором трамплине. Он говорит про Кики Бенди и Шеннон Киблер, моих главных конкуренток. Они совершили ошибки на последнем заезде. У меня все шансы отобраться на Олимпиаду. Сделай. И дальше 3 спуска в Солт-Лейке. Если я выполню их на своем уровне, побью австриек и швейцарок и почти наверняка попаду на подиум. Потом Гарвард, своя фирма, фонд поддержки женщин-предпринимателей. Мой отец стоит у подножия склона, телепатически просит меня проверить курс. Курс проверь. Я проверяю курс. К старту готовы? Хороший контакт со снегом. Верхняя часть тела расслаблена, ноги сжаты, я в хорошей форме. Иду по курсу, готовлюсь к прыжку с вращением. Приземляюсь четко. Второй прыжок с вращением на 720. Но вы должны узнать две вещи. Первое, когда видимость на трассе падает, как сейчас, на ней разбрасывают еловые ветки, чтобы лыжники лучше чувствовали рельеф. Вторая, сила крепления на лыжи определяется шкалой Дин. Для новичков ее ставят обычно на 2-3 Дина. Для опытных лыжников на 7 или 8. Мое значение 15. Мои ботинки буквально припаяны к лыжам. Вникаете? Как же могло произойти такое? А это произошло, потому что я наехала на сучок. И наехала с такой точностью, что он просто отстегнул мне крепление. В тот момент мне было трудно оценить вероятность случившегося. У меня были доли секунды перед тем, как грохнуться с высоты на свой искусно собранный позвоночник, держащийся на пластинах и болтах, как детский конструктор. Все это не имеет отношения к покеру. Я это рассказываю для того, кто считает, что самое страшное в спорте – это 4-е место на Олимпиаде. Вот честное слово, катись ты к черту. Большая игра.